Господа, продолжаем катать сталкер в англе. Классификация. Давайте изгоняем Сидору еще. Вроде как там задание должен был подкинуть. Мне плату за работу. Есть что-то? Да-да-да. Все нормально, доставилось в лучшем виде. Этот сталкер даже премию дал за скорость. Ну как он с тобой считал, что я тебе ничего платить не буду. Вот козел! Да шучу, ё-моё, у меня такое, а ты сразу козел. Эх, молодежь, ничего, ты в жизни не понимаете. Уж тут звони и подавно. Вот твои деньги, я свое слово всегда держу. Ну ты шутник, Петросян отдыхает. Без юмора никуда. Тоже мне аншлаг в подвале. Ладно, будем, еще работу зови. Аншлаг в подвале. Сидит, улыбится. Так, что интересует? Да у тебя особо ничего и нет такого, чтоб меня интересовало. Патроны вот ненужные забирай. Ну это все. Мне так уже 5 косарей. Я еще с ракет дал военным. Так что тут по деньгам хорошо поднялся. Что-то. Новичка. Я не вижу смысла, пока покупай себе какую-нибудь там куртку или что-нибудь еще. Еще. На все. Иди, не мозоль глаза. Сейчас что их найдем, как-то нет активного задания. Сейчас будет. Можно на свалку начать пойти уже, как бы. Ладно. Я думаю, можно сходить к шаману или как там его. На ТП-шку. Так, аномалия, я про тебя не забыл. Поэтому я тебя отбегу. Двигаем, короче, к нему. Пока что. Прямо сейчас мы взять немножко. Кажется, здесь, по-моему, что-то было. Показываю, что у него задания не будет. А я это лишь со временем. Могу чем-нибудь помочь? Да, есть у нас проблемка. Спроси у нашего торговца. Хочешь знать правду о зоне? Представь Давай. Себе, я тоже. Давай делиться информацией. Комара, никакого приварка. Так, уже и Сидор нам задание подгоняет. Нормально. Что могу... Я прислал самому шаману, нужна помощь. Помощь нужна, понимаешь, мы только-только свою базу устроили. Еще не успели зачистить территорию вокруг, типа прорвемся. Грабят сталкеров, которые мне хабар несут. Таким темпом мне скоро торговать не на что будет. Вот вчера опять появился отряд бандитов. Наглые, ты что? Прямо напротив нашей базы устроились. Не могут их малость причесать. Без проблем, короче, мой урок они надолго запомнят. Но я хотел бы сначала помочь уничтожить лагерь бандитов. Давай-ка сюда. Сейчас я выйду, да? Нифига здесь, вот такое выйду. Знает кто? Оставил бывалый сталкер в свою машину. Давайте прочешем их бандитов. С оптика есть. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Пять человек. Слышишь, иди с другими трепись, я пас. Ну, типа, я слушаю. Шо?
Крухер, пацаны! Закопаем вас, сучье! Ну что, напрыгались? Сейчас мы вас еще и залутаем. Давай еще сюда. Твой дин я использую. Что там, у тебя ломака? Ну, я его вытяну. Забираю чисто патроны, которые на вас потратил. Разряжаю ваши пушки. Тоже обрез. Ну какие-то вы несерьезные парни. Я думал, будет посерьезнее. Давай сюда дробину. Дробину я использую, очень хорошо использую. Так, выбросить все. Выбросить. Разряжу, выбросить. Тоже пистолет можно выбросить. Знаете, еще можно попытаться чухать. Все. Все отбили, еще и заработали. Так, а тем временем у нас наступает ночь. Так, а что-то мне не те патроны заряжены. Так, по-моему, на Иве излежался он. Ну ладно, пока этим постреляем. Выбирай. А насчет бандитов? Я их положил. 6500, нормально. Это называется Easy Farm. Скажи мне о себе. Торговец начинающий, какие же мы тут совсем недавно. Только сказать шаман, что каждый может стать кем хочет. Я сразу решил торговать там. Никаких гвоздей. Ну да. Конкуренцию там Сидоровичу создаешь. Забирай Макарыч. Вот ты не заберешь. Ну я выброшу, значит. Так, второй Макарыч забирай. Патроны к нему забирай. Ну, еще немножко наварился. Ну, кстати, темочка у тебя есть, прикольно. Афимак этот. По-хорошему эмочку бы взять и пули для нее. У меня дробовик, оттаскать еще лишнюю пушку не очень хочется. Ладно, давай снарягу сюда. Может, глушитель купить, как думаете? Ну давайте, все равно дорого не стоит. Ну да. Это, извините, ребят, ну кому интересно, поставьте на паузу, почитайте, потому что, ну, мне честно, не особо интересно, что он там втирает про свою жизнь торговца. Так, пистолет я хотел выкинуть, и надо к Сидоровичу подойти. Починиться еще вначале надо. Так, давай. Чини меня. Здесь ничего чинить не надо. Чем тебе помочь? Так, тут тоже нам пока не надо. Можно сохраниться и будет Сидоровичу. Кстати, прикольная здесь ночь. Или это... Что-то выброс? Так, давайте-ка двигаться поскорее. Ой. Аномалия, я тебя вижу. Да, это выброс. Нужно двигаться поскорее.
за укрытие. Ладно, давайте поскорее двигаться. Есть что-то? Сталкер сказал мне прибыть для принятия работы Библа, господи. Ох ты, какой шустрый, молодец, держи конфетку. Рад. Ладно, пошутили и хватит. Ну, этот Сидор, он без шутки не может. Эх, сова, мне самому не до шуток. В общем, такое дело, есть тут один сталкер, его называют Шмыгой. Имечко дурацкое, не спорю, но не в этом дело. Короче, этот Шмыга мне должен кругленькую сумму. Вылился он как-то быть посредником между мной и одним очень серьезными людьми, обитающими ближе к центру зоны. Тони не важно, но мне их связи позарез нужны были. Ну и строил там Шмыги пару проверок, вроде нормальный парень оказался. Все сделал без сучка задорить. Вот я доверился ему, попросил его передать тем самым людям оплату за товар, в итоге товар я получил, а деньги до клиентов так и не дошли. Ладно, про запас всегда заначка имеется, кое-что расплатился с поставщиками. Погиб или сбежал? Так вот, я сначала думал, что погиб. Чёрта два жив, Серёхин, он только клич, но теперь не Шмыгой. Короче, ещё одна крыса, да. Найти этого сталкера, но не убивая, денег в нём может не оказаться. Твоя задача только найти его, остальное моя забота. Так что берёшься за поиски, что платить? Что платишь? Даю 10 тысяч. Еще скидку на свои товары, салам. Очень надо, соглашайся. Хорошо, найду этого должника. Короче, Шмыгу этого... Так, что интересует? Ушел он на север зоны. Да ничего не интересует, твое задание только интересовало. Ну, проветришься, заходи. Ну, какая темень. Я думаю... Может, нам ее переждать уже? Бунки. А, давайте, кстати, заваримся, поспим. Так, ищем фонарик. А что нам ночью топать? И здесь поспать можно. До скольки поспим? Давайте до... Не знаю. До 5 утра поспим. Тесно сны нам будут сниться? Нет, не снятся. Ну что там, посветлело? Посветлело. Уже можно бежать. Так, стоп. Расспросить сталкеров в должнике. Ну что, кто что слышал? Видел тут до вечера сталкера по кличке Шмыга? Или похоже на него, или вообще какого-нибудь подозрительного? Дай-ка подумать, сам я не видел, но ребята у костра рассказывали о каких-то странных типах на заброшенном элеваторе. Может, там твой Шмыга. Может быть, пойду еще у кого-нибудь спрошу, а вось кто знает об этом Шмыге. А ты у Тишки спроси, тут он все, короче, нос сует. Хорошо, пойду спрошу, спасибо, Вол. Так, Тишка? Ты Тишка? Нет, ты дуболом. А где твоя снаряга, кстати, дуболом? Который ты говорил, что я там закачаюсь. Что-то не качает твоя снаряга, дуболом. Ага, это ты у нас Тишка, да? Подозрительных типов на кордоне. Ты
Каждая вторая рожа подозрительная. Ты конкретнее спрашивай, кого ищешь. Шмыгу еще, знаешь такого? Припоминая такого сталкера, пару дней назад это было, сидели мы у костра, этот шмыга всем хвастался, мой скоро разбогатеет и свалит из зоны, а куда потом пропал. Громко его увидел возле заброшенного дома напротив фермы. Что-то он там не поделил с братками. Очень громко они ругались. Громко решил не вмешиваться, да стороной обошел. Вообще ты сходи к рисовальщику на АТП. Мужик все слухи знает. Прям сарафанное радио в одном лице. Ладно, давай сходим. Расспросим о должнике. Фонарик можно выключить. Так, наверное. Надеюсь, вам все видно. Потому что, насколько мне известно, YouTube очень любит заценять. А что, перегружен, что ли? Да вроде нет. У нас килограмм в запасе есть. Так. Так, аномалия. Мне казалось, что чуть не стрелял. Ну, вроде как, после выброса здесь аномалии не меняют свое расположение, так что нам это может оказаться надо. Так. Ну вообще патронов у меня дофига, и сверху маленькая горочка, как говорится. Так что с этим я не думаю, что у нас проблемы должны. Ладно, мы тут обходим, потому что там... Так, еще и аномалию обойти надо. Пусть я понимаю. Боже, ну как же все лагает. Как вы, проголодались уже чуть-чуть, да? Может, стали? Я думаю, что он такой невыносливый стал. Носиться не хочет. Это потому, что он голодный был. А голодный сталкер — это невыносливый сталкер. А, ну давайте побежим. Так сразу все лучше стало. А, и учиться не хотят. Смотрели, себе крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Нечего думать не хотят, кроме бабок, пока кишки по веткам не разбросает. Все, наверное, эту фразу знают. Так, подожди, я с тобой должен затереть, да? Приветствую, сталкер. Привет. Короче, говорят, ты слухами поделиться можешь. Про сталкера Шмыгу что-нибудь знаешь? А чего только люди не говорят, знают твоего Шмыгу. Неприятный тип, да и только если ищешь его. То ко мне зря пришел, не зная, где он ошивается. Не докладывает он мне. Но если он на кордоне, то здесь всего несколько нормальных мест для укрытия. Элеватор там у фермы и блокпост на севере. Посмотри в этих местах, а вось найдешь там Шмыгу. Давай, спасибо. Спасибо, на хлеб не намажь. Вот тебе бутерброд, красная икорка, удачи. Сколько ему там отбашлял интересно с красной икоркой? Ну нормально, так ему отбашлял. 4900 осталось. Он там пару тысяч точно ему дал. Ну, в любом случае, я думаю... О, господи. Все это дело окупится у нас. Что-то... Я ж вроде особо там не отстреливался, не отстреливался, да? Ну, чинить, значит, и не надо. Извини, если не сильно помог. Да ладно. Ну, привет! Короче, давайте рассмотрим возможное место нашего должника. Где эти, кстати, места? Хотелось бы знать. Ага, где-то здесь. Давайте посмотрим. По фонарику включу. Так, погнал. Через аномалию я не полезу. Так, одну секундочку. Ищем Шмыгу. Что ж ты так устаешь-то, а? Давай-ка запишем еще. И тащить меньше будет, и... А, зачем эти патроны? Вот, блин, глаз мозолят только.
какой-никакой все равно вес. Смотрим, где она летает. Это ваш шмыга. Бандитам, я думаю, смысла заходить у нас нету. Шмыгу. А тут такое, что тебе от него надо? Да мне ему послание передать надо, буквально на пару слов. Так вы знаете его, слышь? Послание, давай хочу шею отсюда, пока ноги целы. Потом мы тебе мигом косточки это переломаем. Я иду, вы только скажите, здесь шмыга или нет. Ты что, не врубаешь? Я тебе сейчас в башке еще одну дырку сделаю, если нашего босса еще вляхнешь. Да шмыга ваш босс, ну все, кукол. И нарвался, вали его, пацаны. Так, не, ну нахуй. Нам сказали, блин, не трогать бандитов, валить от них. На, сука, яблочко! Кто помнит, что, ну, типа главарь там у них? Лучше не трогать их.
и рассказать суседам. Ими займутся люди другие. Еще аномалия. Да, здесь реально безопаснее идти не по дороге. По дороге утыкана аномалиями. Надеюсь, так, знаете, сбоку. Надеюсь, эти бандиты меня там перехватывать не будут. Капота, блин. Перебивать это значит, что остаться без денег. Это так. Какая живут от этого времени. Кстати, у нас появилось пару слотов под артефакты. Блин, а зря медузу, кстати, погадал. Ну что, надо бы еще артефакты. На выносливость какую-нибудь там. Сталкеры с бандитами воюются. Ну что, на прямики пойдем, да? Не будем обходить вот так вот все это дело. Давайте попытаемся, я сохранюсь еще. Не-не-не, здесь аномалия. Здесь тоже фонит. Не, все-таки надо обходить. Если не хочешь стрелять. А, привет, пацаны. Не буду вам мешать. Кабаны, плоти. Тоже не имею желания связываться с вами. Где-то здесь мистер Аномалия. Господа сталкеры воюют. Так. Я уже аномалию наловил, не счесть просто. Привет, брат. Аномальная серия. Уж гоняет туда-сюда, туда-сюда уже просто. Просто вот так вот получается все. Так. Сидор. Сохранился. Как ты Шмыга стал там головой бандитов, непонятно. Ладно бы, если он там где-то у них запрятался бы. Ну, здорово. Долг не даю. Самого Шмыгу не видел. Не знаю, где у него лади. Он со своей компанией на северном блокпосту устроился. Очень уж агрессивно у него друзья. И чуть поле в голову не засадили. Молодец, Саван. Все правильно сделал. Насчет Шмыги и его компании не беспокойся. Ими займутся профессионалы. Но твоя помощь мне еще пригодится. Ты пока отдохни, а я переговорю кое с кем. Через часик подходи, будет для тебя особое задание. Учти, придется пострелять. Так что... Запасись патроны и аптечка, мало ли как все обернется. Отлично, типа получить этих отморозков. Да. Так ты, значит, так, что давай, интересует? Да? Причем калаш, вот, допустим, тот же самый. 5000. Не выгодно. Я лучше на ТП буду покупать. Извини, Сидор, но. Из тебя торговец, как из меня балерина. Информация торгуешь. Ладно, проехали. Не хочу у него слухи, особенно если не покупать. Ну, будь здоров. 10 тысяч.
дальше это, ну еще отбашлял. Там еще походил. Или с Богландом. Давайте мы поговорим с Богландом уже в следующей серии. А пока с вами был Зазепа. Лайк, подписка. Ждем продолжения. Всем пока.